Внутренний туризм в Беларуси набирает обороты. Тысячи людей ищут качественную замену берегам турецким и находят возможность отдохнуть всей семьей на родных просторах. Одно из таких мест – база отдыха «Привал» неподалеку от Гродно. 5 лет назад ее открыли на месте старого профилактория. Сегодня это популярнейший комплекс, куда развлечься и отвлечься от городской суеты съезжаются гости со всего мира. Посмотреть, чем удивляют посетителей этим летом, отправилась и наша съемочная группа. Сделать лето незабываемым для каждого ребенка на привале – такой подход уже традиция. 3 года подряд с приходом тепла здесь открывают лагерь. На целый день сюда съезжаются дети со всего Гродно. У каждого ярко-красная форма, на кепках самых активных – россыпь наград. Аттракционы, спортивные площадки, аниматоры домой отправляются лишь на ночь. А о гаджетах детвора здесь даже не вспоминает. Мне тут нравится, потому что у нас тут было столько всего. Например, так как день профессии. Мы почувствовали себя настоящими взрослыми. Мы продавали, покупали. Мы ходим на пляж, гуляем в песочнице. Мы обливаемся водой. Какие-то правила учим. Танцуем, занимаемся зарядкой утром. Кушаем очень вкусно. Мне очень все нравится. Пока малыши обливаются из водных пистолетов, на соседней площадке проходит республиканский турнир по большому теннису – Кубок Привала. Среди подростков 12, 14 и 16 лет. Финальный матч – упорная борьба между Гродно и Минском. Здесь гордятся. Постарались сделать для детей все на высшем уровне. Как у взрослых, и корт международного стандарта, и призовой фонд внушительный 1600 рублей победителю, плюс приятные бонусы. Первое место. Золото. И кубок золотой! Браво! Первое место! Ура! Я очень рад, что мы организовали этот турнир. Впервые мы проводим турнир под эгидой Белорусской теннисной федерации. 5-я категория. Это 3 возрастных группы. До 12 лет, до 14 и до 16 лет. Я думаю, что это будет маленький старт с большими надеждами в будущее для наших ребят. Привал для гродненцев с первых же дней – любимое место отдыха для всей семьи. Базу любят и круглый год приезжают сюда развлечься, отметить самые важные даты в жизни – свадьбы и дни рождения. Выходные собираются до 3500 человек. Тем более, что развлечений множество. Пока родители отдыхают в беседке у мангала, для детей готовы анимационные программы, аттракционы, спортплощадки с любым инвентарем. Сейчас будет время, чтобы построить постройку какую-то. Это может быть замок, может быть трубопровод для нашей трубы. Готовы? Да. Время поехало. Начали. В июле Гродненская табачная фабрика отметит уже 160 лет со дня основания. Здесь понимают, насколько важно заниматься социальными проектами, развивать и поддерживать спорт, активный отдых. Поэтому к празднику готовят подарок для гродненцев. Введут в строй новый гостиничный комплекс на 60 мест. А значит, на привал к живописному берегу Немана смогут приезжать с ночевкой большие семьи, компании, спортсмены и туристические группы со всего мира. Марина Тимофеева, Надежда Звиновская, Александр Бажуков. Наши новости. Гродненская область.